Если ваша ювелирная шкатулка не закрывается, а надеть нечего, пришло время собрать базовый ювелирный гардероб. Его суть в том, что все украшения легко заменяемы и универсальны, а значит, вам больше не предстоят муки выбора. А то, что мы давно не носим, раздарим подружкам. Самыми главными критериями базовой ювелирной капсулы являются комфорт и универсальность. Украшения должны быть удобны и подходить под разные образы. От офисного до праздничного. С этим легко справляются классические аксессуары, с них и начнем. Первыми украшениями в нашей шкатулке станут серьги Конго. Лучше иметь две пары в золоте и серебре разного диаметра. Серьги Конго никогда не потеряют своей актуальности. В них, как говорится, и в пир, и в мир. Следующими аксессуарами в базовой ювелирной капсуле должны быть серьги-пусеты. Камни, металл, цвет – это ваш выбор. Мы рекомендуем приобрести пусеты с жемчугом. В будущем к ним можно подобрать нитку с жемчуга или подвеску на тонкой цепочке. Пришло время определиться с кольцами. В базовом ювелирном гардеробе должно быть лаконичное кольцо без камней и кольцо с небольшими инкрустациями. Цепи и браслеты стали главным хитом 2021 года и совсем не собираются сбавлять обороты. Будьте уверены, эти аксессуары останутся надолго в вашей базовой шкатулке. Поэтому советуем обзавестись парой массивных аксессуаров, которые создадут стильный и современный образ на каждый день. Также обязательно обзавестись золотой и серебряной цепями классического плетения, например, якорного или ромбом, а к цепочке подобрать небольшой кулон. Не забудьте про тонкие браслеты из золота и серебра. Один браслет лучше подобрать такого же плетения, как базовые золотые и серебряные цепи. Другой – фантазийный или жесткий браслет, подчеркивающий изящество женского запястья. Не все считают, что брошь – это обязательный аксессуар базового ювелирного гардероба, но мы рекомендуем приобрести пару брошей из любого металла. Брошь на рубашке, пальто, платье или кардигане разбавят даже самый банальный образ. Ну вот мы и собрали базовую ювелирную шкатулку. Пишите в комментарии, какие украшения вам понравились больше, и приходите в наши магазины 585 Золотой. До новых встреч!